Советы врача-онколога. Страх перед раком гораздо опаснее самого рака. Не прятаться от проблемы, а проходить регулярные осмотры у онколога должен каждый. Однако ни один врач не победит рак в одиночку. Его главный помощник – сам человек. Вот пять шагов к жизни без рака. Первое. Отдайте предпочтение правильному питанию. Нежирной пище, овощам и фруктам, продуктам, богатым клетчаткой. Второе. Ведите активный образ жизни. Болезни предпочитают лентяев и нытиков. Третье. Откажитесь от спиртного и курения. Поверьте, победы над самим собой – самые важные. Четвертое. Ежегодно проходите диспансеризацию. А женщины еще и осмотр у гинеколога. Контролируйте родинки и пигментные пятна. Помните, почти все виды рака можно успешно вылечить, если вовремя обнаружить. Пятое. Главное – живите светло и улыбайтесь миру. И любая болезнь отступит.